только открывается. Здесь тоже что-то ничего не открывается. Друзья, сейчас отъезжаем от этого аэропорта. В Польшу приехали, в Варшаву. Вот. И дело в том, что Польша Польшей, а оказалась очень даже интересная страна в том плане, что едем сейчас в этом автобусе. И этот ведущий автобуса, скажем так, объявил, что сейчас мы скоро доедем, за час доедем до Варшавы, и что в автобусе есть Wi-Fi. Такой вот интересный момент. Мы решили, конечно, вопрос я решил узнать, проверить. И на самом деле так и оказалось, как и видите, вот. Работает сайт, то есть все работает, можно заходить и сидеть. Цена проезда на этом автобусе сколько стоит? 33 злотых, это получается примерно 7 евро, да? Так? Сколько это получается? Где-то 7 евро получается. Вот. Такие вот дела, что пока все. Смотрите Анзор ТВ, двигаемся в Голливуд, в солнечную Калифорнию.